Всем привет, дорогие подписчики, случайные зрители моего канала. Сегодня у меня будет видео по крушителям подземелий. Я играю на 12-м сервере, играю 10 месяцев, пришел с опозданием на 2 месяца. То есть там люди уже начали, были уже неплохо развиты некоторые. Но в принципе, играю я никуда не торопясь, потому что бешеных донатов я делать не могу. Я немного донатящий игрок, то есть там какие-то дешевые какие-то акции я могу купить. Но скупать прям все и вся, там богов, это я себе позволить не могу, это слишком дорого для меня. Поэтому очевидно, да, что очень быстрого развития не будет, поэтому я играю в каком-то своем обычном режиме, потихонечку подфармливаю. На данный момент у меня есть все элитки, все прокачаны, кроме Вейна. Прокачал я даже Августина, потому что на этой неделе я тоже матрешечки фармлю, а вот чисто зулабаром делать это тяжеловато, потому что у него атака по одному, вот как-то все это сложно. В итоге Августина я решил прокачать, потом дам ему доблесть. Если когда-нибудь мне повезет, у меня будут топ-руны, и я смогу Августина, ну, так сказать, понизить в звании, до красной рамочки его опустить. Поэтому пока так. Есть у меня все космики, все звездники, потихонечку собираю некро. Естественно, я с этим делом уже опаздываю. На сервере есть уже зеленая пустота. Поэтому я уже никуда не тороплюсь, я все равно никого не обгоню. Играю в своем приятном мне темпе. Было у меня где-то 3, наверное, рунки. На одну я, грубо говоря, пришел вообще недоразвитый, там ничего, по-моему, не получил. На второй были только особые сундуки. На третьей, по-моему, был уже 55-й сундук. Но я хотел снять, да, тоже открыть этих сундуков, но мне абсолютно ничего не выпало. Поэтому ничего, естественно, выкладывать не стал. Немного задезморалился, ушел в режим матрешка-фармовый, так скажем. Играть стал меньше, осады стал бить меньше. Вот эта дезмораль, конечно, сказалась, потому что такая образовалась пропасть между мной и игроками, которым руны выпали, которым падают арбитры, руны, все падает, все у них хорошо. Там просто пропасть образовалась, осаду они сносят, в собе они все на верхних местах, там плюс донатящие игроки. В общем, я решил, что буду играть в своем там медленном каком-то режиме и все. И вот так вот пока буду существовать в этой игре. Сегодня я решил, ну, в любом случае видео выложу, какое бы там открытие ни случилось. Сундучков у меня 93 средних, мелкие вообще не считаю, 9 особых и 1 55-й. Вместе с вами посмотрим, что мне выпадет. Попаду ли я в элиту игроков, которые играют нормально уже, да, а не царапают боссов в надежде получить какие-нибудь там 100 там, тысяч очков. Давайте смотреть. Ну, вот эти средние сундуки, с них ничего не падает. Поэтому я буду открывать, ну, давайте по 10, наверное, да? Так. Погнали. Здесь у нас что падает? Неприязнь по демонам. Ну и много-много всякой чепухи. Это все, в принципе, нужные руны. Но у меня они уже есть. Здесь, ну, то же самое. Демоны, сфинксы, все такое. Вот это вот хорошие руны. Руны союзников. Они пригодятся, в принципе, если будут нужные расы. Окей, идем дальше. Еще 10. Так, это что у нас? Дракон. Ну, ладно. Давайте я, наверное, даже вот так сделаю. Просто все открою, чтобы нас не задерживать. Неприязнь. Опять демоны и механизмы. Ну и плюс какие-то руны, которые я никогда, наверное, никуда не вставлю. Вот эти вот, которые руны атаки, руны защиты, они, в принципе, не нужны. Вот они, сундуки, с которых я могу уже что-то получить. Будем надеяться. Открывать буду по одному. Здесь у нас иммунитет к пожиранию, я им не пользуюсь. Иммунитет к поджиганию, в принципе, хорошая рунка, она мне пригодится, но не то, о чем я мечтал. Это на что? О, 17,5% по злу, в принципе, нормально. Реакция, которым я не пользуюсь, и великие руны жизни. Идем дальше. Опять нежить, реакция ослабления, реакция проклятия и руны жизни опять. Как будто они мне очень нужны, они прям сыпятся что-то, как из рога изобилия. Здесь у нас что? По драконам, по людям, неприязнь, реакции и руны жизни, видимо. Реакция, иммунитет к пожиранию.
Урон по механизмам. Блин, мне уже страшно становится. Уже 4 сундучка осталось. Открываем. Неприязнь по эльфам. Понятно. Иммунитет к поджиганию. Ну, как бы хорошая руна. Не то, о чем я мечтал. Еще одно открытие великой руны охотника. Зло. Идем дальше. 2 сундучка осталось. Иммунитет к пожиранию. Великая руна охотника по людям, которая работает. Открываем последний. Защита от дебафов. Это, конечно, хорошая руна. Хорошая. Тут ничего не сказать. И ярость дополнительная тоже не помешает. Ух, ух, ребята. Вот он, тот самый сундук, с которого у меня хотя бы какой-то шанс есть получить топовую руну. Конечно, очень-очень хотелось бы получить руну защитника. Пассивная способность защитник. Шикарная руна. Ну и, в принципе, невидимость тоже очень хороша была бы, и стойкость. Вот любая из этих трех меня обрадует, конечно, защитник больше всего. Фух, открываем. Та-дам! Говнецо. Все, иммунитет по пожиранию. Еще немного дизморали в мою копилку. Ну, сами видите, 10 месяцев в игре ни одной топовой руны, конечно, дизмораль накапливается. Ну, давайте проверим мою удачу еще. Откроем сундучки за 800 банок. Вот вдруг арбитр выпадет и сгладит мне вот это вот все немножко. Да, вот он, этот пак. У меня есть 4800. Я могу, наверное, ну, паков 5 открыть. Могу себе позволить. Погнали. Понятно. 39 осколков Михариона. Кайф. Идем дальше. Открываем. Драдор. Понятно. Ну, такое, такое. Открываем дальше. Ну, ну докрути, ну раз в жизни. Андралгон. Так, 2400. Крутим еще. И... Командор. Последняя прокрутка. Мне, конечно, жалко банки. Я понимаю, что там ничего не выпадет, но крутану для вас. Поехали. Андралгон. Кайф. Ну, что, народ? Я хочу сказать. Играть захотелось еще меньше. Ну, наверное, я еще в режиме фармовом, ну, до следующей рынки доиграю. Если ничего не выпадет, ну, год в игре ничего не получить. Ну, я, наверное, на арбитров прокрутил уже, ну, 1040, по моим ощущениям, банок. Надо было, наверное, ТТшить на это все, не крутить арбитров. Может быть, уже был бы... Ну, нет, 1040 банок на персика, наверное, не хватит. Ну, с некрами был бы точно. Правда, толку от них без рун никакого, без медклана. Ну, как бы, хотя бы были бы они. Ладно, ребят, ничего не выпало, ничего страшного. Всем спасибо, всем пока.